Я вітаю усіх, хто зараз нас дивиться, хто біля своїх моніторів, біля екранів. Як завжди, на цій порі на ТБ7 ведемо розмову про здоров'я нації, фізичне, моральне. І сьогодні, можливо, для кого це буде сенсаційним відкриттям, що у нас є розумні люди, які чітко бачать стратегічну лінію розвитку нашої країни. Є приклади і є унікальні програми, які розробляють наші співвітчизники. Михайло Фрейдін, думаю, що продюсер і менеджер уже з дитячих років. Тому що, хто пам'ятає «Шкіряний м'яч», знають, що таке організовувати було дворову команду, вивести її на всесоюзний рівень тоді, між 16 республік. І мільйони-мільйони хлопчаків брали участь в цьому. Так от команда, яку зібрав Михайло, тоді зовсім хлопчик, стала срібним призером першого розіграшу «Шкіряного м'яча». Це був такий проєкт. Зараз у кандидата економічних наук, у людини вже з величезним досвідом управлінським і організаційним, є дуже цікава програма, яка може перевернути і просунути нас вперед. Але про це він сам, мабуть, що Михайло, як ви дійшли до життя такого? На самом деле, до такой жизни можно дойти, вернее, подталкивает к такой жизни проблемы, которые, в общем-то, необходимо решать. Если бы их не было, наверное, и, собственно, не было бы какого-то стремления, да, к их преодолению, этих проблем, к поиску задач, которые необходимо решить. Вот, жизнь все время ставит такие задачи, и их надо решать. В Украине, к сожалению, проблемы накапливаются. Вот, и я бы даже так сказал, лавинообразно. И в разных сферах, и в политической, и в экономической, и в социальной, и в экологической нарастают техногенные угрозы. Общественное здоровье у нас самое низкое в Европе. Так, ревенцит, вот. Продолжительность жизни самая низкая в Европе. Экономика с точки зрения самых таких, как скажем, макроэкономических показателей. За Африку впали, да. Да, мы где-то на уровне самых слаборазвивающихся стран. Вот, поэтому есть о чем поговорить. И, собственно, есть чем заняться. Так що от така життя. Отже, ваш принцип, я знаю, створивши модель, напрацювавши її на якомусь певному, як у себе на рідній Одещині, ви вже запропонували, я думаю, що втілили в життя. Так, да, річ йде о том, що сьогодні от в стране при, к сожалению, существующих власних, так скажем, властной ситуации. Сегодня очень сложно реализовать серьезные преобразования в экономической сфере. Вот. Я уже не говорю о том, чтобы вообще даже заикнуться о каком-то опережающем росте или ускоренном росте экономики, подъеме страны. Вот. Поэтому мне показалось, что сегодня есть та возможность, где можно было бы реализовать, вернее, создать и осуществить внедрение модели развития национального развития экономики, вот, ускоренного подъема, ускоренного роста экономики. И вот это можно сделать на субрегиональном уровне, на уровне района, скажем так. В принципе, страна у нас соткана из субрегионов. Но дело вот в чем. Каждый регион обладает там своими специфическими особенностями. Где-то преобладает, в основном в стране-то преобладает, конечно, агросфера. Вот. Но есть и промышленность строительных материалов, где-то особенный потенциал в рекреационно-туристической сфере, есть и промышленная индустрия. То есть, навіть колись у нас была и ракетная промышленность. Высокие технологии, инновационная сфера. Так. В Украине мощные инновационные столицы в свое время были. Ну, они потенциально и остаются. Другой вопрос, что нет факторов, которые могли бы как-то катализировать вот инновационные процессы.
Вот. Но я... Так вот, Украина соткана из субрегионов. И сегодня надо попробовать вот модель не просто развития той или иной территории, отдельно взятой территории, а попробовать модель такого ускоренного, опережающего роста. Вот, мы попробовали такое, даже слушание провели, нам организовало и руководство обл.администрации, и районной администрации. У нас есть в Одесской области такой замечательный район, Беляевский район. Там вот. По населению наибольший, по-моему, там 80 да, тысяч. Да, и по территории тоже. Да. Вот, самое большое не только в Одесской области, в Украине. Так вот, мы говорим, я понял, где я потерял мысль. Ну, я хотел сказать, что каждый район, да, каждый район обладает своими специфическими возможностями. Ну вот Беляевский район – это в основном район, в который заложен мощнейший потенциал развития продовольственной сферы, вот, который никак не развит. Поэтому мы говорим о чем? Мы говорим о том, что сегодня на уровне района можно создать и реализовать стратегию развития. Но эта стратегия, она привязана к специфическим особенностям того или иного района. Но в ней есть универсальная основа, есть стержень, который, я бы так сказал, общий знаменатель, который мог бы быть использован в любых на любых территориях, в любых масштабах. То есть и вот эту универсальную основу, вот этот, я бы так сказал, институциональный уклад экономики можно было бы, понятно, и не просто тиражировать, да, так вот в районах, но можно было и масштабировать. То есть эта модель могла бы стать моделью национального развития украинской экономики. Я читав, до речі, і можу сказати, що я, скажімо, дилетант в економіці, але це так зрозуміло і так воно дійсно торкається кожного, що ви знаєте, а дадуть втілити так в життя? Смотрите, вот это хороший вопрос, на самом деле, но перед тем, как на него ответить, да, я хочу перечислить принципиальные особенности вот этой универсальной основы, модели, как я ее называю, институционального уклада. Это некий общий драйвер развития экономики. Понимаете, сколько бы мы ни говорили, халва, вот мы хотим, вот, чтобы у нас было так, чтобы у нас было здесь замечательно, чтобы мы жили богато и красиво. Но это все слова. До тех пор, пока мы не скажем, какими должны быть драйверы, как это реализовать, именно ответить на вопрос не что, а как это сделать, какими механизмами, какие принципы надо реализовать для того, чтобы вот это что, вот эти цели, они случились, мы их могли достигнуть. Вот. Так вот, я сейчас назову принципиальные вещи. Значит, надо создавать корпорации развития той или иной территории. Это могут быть и государственные. Надо создавать проектные компании с участием вот корпорации развития, например, той или иной территории. Проектные компании – это уже на принципах государственно-частного партнерства. Непременно надо менять на 180 градусов, менять финансовую политику. Ни в коем случае нельзя следовать тем навязываемым стране рекомендациям МВФ, где так или иначе ради получения дешевого сыра, я бы так сказал, нас затаскивают в эту мышеловку, отягощая, так скажем, социальные проблемы. Ну враховуючи взагалі. Напротив, нельзя сужать денежную сферу в развитии. Наоборот, надо увеличивать и орошать деньгами точки роста. В точках роста создается готовая продукция с высокой добавленной стоимостью. Если мы будем финансировать точки роста, то тогда этой прибавочной стоимости будет достаточно, чтобы расплатиться и за кредиты, и налоговую базу увеличить во все, так скажем, на все уровни бюджета, и местный, и центральный. Вот. Это и зарплату можно повышать, и так далее. Вот на примере, ну, я о двух принципах сказал. Ну, третий принцип, это тоже необычайно важно. Надо применять
ну, внедрить индикативное планирование, надо внедрить программирование развития, программирование, может быть, даже с учетом цифрового, цифровых технологий, межотраслевого баланса. Да, да. То, что раньше, в общем-то, когда-то в Советском Союзе делалось, но это было невозможно реализовать из-за отсутствия вот технологий, IT-технологий, сегодня это очень легко сделать просто. И оптимизировать вот эти вот межотраслевые балансы, которые, ну, неважно, это один из необходимых принципов. И последнее, что бы я хотел сказать, это создание такой IT-сферы коммуникационной, социальной, создать социально ориентированные ресурсы, которые бы мотивировали людей к самореализации, к активной, ну, социальной и деловой деятельности. Открытый секрет у вас уже есть. Да, это да. есть. Но да. это в самый, у нас мы ограничены временем, поэтому что называется, крупными ударами. А нехай заинтригуем наших телеглядачей. Это, так скажем, такой вот общий подход, видение, хотя за каждым тезисом, каждый тезис можно раскрывать часами. Так вот, на простом примере, я сейчас приведу самый элементарный пример реализации всех трех, четырех там принципов. Значит, на примере развития продовольственного комплекса в одном отдельно взятом районе, но это масштабировать можно и в стране. Вот мы создаем продовольственную, проектную продовольственную компанию в районе. Более того, в районе все размазано. Там есть и индивидуальные предприниматели, есть фермеры, есть крупные хозяйства. И каждый из них борется за какого-то инвестора, пытается найти кредиты, как-то сами там выкручиваются. Мы пришли к выводу и предложили создать некую консолидированную структуру. Это не обязательно, это юридическое лицо, но не обязательно акционерное общество. Мало кто сегодня, все боятся создавать какие-то такие строгие, со строгими правилами структуры. Но ассоциация или там консорциум, в общем-то, создать можно. И этому, и обладая стратегией, о которой я сейчас скажу, это вот квинтэссенция нашего разговора, и обладая этой квинтэссенцией, и консолидируясь в одном юридическом лице, все хозяйства могли бы получить, усилить свои переговорные позиции с потенциальными стратегическими инвесторами. Потому что каждый из них пытается, но они не интересны потенциальным инвесторам. Голландцы, поляки, те же китайцы, японцы, например, которые хотели бы, но они... Но все размазано, надеюсь. Вы правильно говорите. Вот. Поэтому вот это вот пример как бы создания некой проектной компании в продовольственной сфере, но это будет, может быть, и в промышленности, строительных материалах, и так далее. Так вот, о чем идет речь? Вот элементарный пример. Сегодня в Беляевском районе 100 с небольшим тысяч тонн фуражного зерна вывезено за границу и продано. Его производило примерно... с небольшой прибылью. Его производило там от 4 до 4,5 тысяч человек в районе. Хотя там 90 тысяч вообще, и даже больше. Так вот, если бы гипотетически мы допустили, у нас была бы такая проектная компания, была бы стратегия, о которой я сейчас начну говорить, то произошло бы следующее, я говорю о гипотезе, о некой перспективе, да? О чем мы говорим? Давайте предположим, что эти 100 тысяч тонн фуражного зерна мы запускаем в комбикормовое производство. Мы посчитали, что для 100 тысяч тонн зерна, чтобы переработать, примерно 8-10 комбикормовых хозяйств, которые можно было бы рассредоточить в Беляевском районе. Создаем откормочные хозяйства. Откормочные хозяйства – это все. Начиная от гусей, коз, кур, свинины. Так сколько тысяч рабочих мест еще? К этому идет. Откормочные хозяйства на этом не заканчиваются. Мы создаем мясо-молочное производство. Мы создаем соответствующую инфраструктуру. Холодильники, там, упаковочное оборудование, оптовый рынок, агропромышленный, продовольственный оптовый рынок. Вот. Мы взаимодействуем с ритейлом, не только в Одесской области, но и во всей Украине. К чему я веду? К тому, что
мы посчитали, это точные расчеты в зависимости от того, что мы хотим выращивать и так далее. Но это примерно 8-10 раз больше рабочих мест. Это зарплату можно увеличить минимум в 2,5-3 раза. Это при том, что будет увеличена и прибыль для предпринимателей. Налоговые поступления не менее чем в 10 раз увеличиваются, особенно на местном уровне. Возникает вопрос. А что, можно вот так вот по щелчку получить все эти инвестиции? Так вот. Когда вы в одном лице концентрируете вот такого рода стратегию мощную, понимаете, вот комплексную, системную. Звучит у инвестора доверия. Да, и одно лицо представляет все сообщество аграриев, людей, задействованных в этой сфере, на переговорах с потенциальными стратегическими инвесторами, вы получаете очень сильную переговорную позицию. С вами могут говорить, например, Рабобанк, крупнейший мировой банк в агросфере, голландский банк. А у нас много крупных корпораций, которые могли бы зайти с качественными инвестициями. Что такое качественные инвестиции? Это когда вам не вкладывается в то, чтобы построить портовый элеватор и вытащить зерно или сырье из страны, а вкладывается в перерабатывающую промышленность. Прямо там, на месте, из этого сырья вы можете выращивать птицу, поросят. Ну и виробник одержив вже значно більше, ніж воно було б. Да. Вот она, эта самая концепция. И тогда вы имеете такие, 80-100 миллионов долларов можно вложить, и окупаемость не более 4-4,5 лет, мы считали. И это гарантированно. Более того, вы выращиваете продукцию, вы, по сути дела, производите органическую еду, которая очень востребована в Европе. Украина может. Мало того, что мы решим импортозамещение, даже импортоупреждение, мы еще будем получать достаточные ресурсы, экспортируя это сырье. А соответственно и перерабатывающие, то есть, как это называется? Это называется расширенное воспроизводство вот этого продовольственного... Пане Михайле, це ж можна екстраполювати. Я думаю, що цю модель і на великі виробництва, промислові виробництва, скажімо, в Дніпрі, там, в Запоріжжі, там, все таке. От таким чином. Конечно. Дело в том, что если мы говорим о проектной компании, то, соответственно, проектной компании, я бы так сказал, что вот на самом деле их надо создавать национальными. Насуратися держави, так, не відштовхувати. Валентин, смотрите, ми боремося з декомунізацією. не з декомунізацією, а з комунізацією. Це називається декомунізація. Так от, а оставили архаїчну совєтську отраслівую систему. Потому что она позволяет воровать, она провоцирует коррупцию. Красты. А если бы мы создали вот продовольственную компанию, вот последнее, что я хочу сказать, если бы мы создали национальную, например, продовольственную компанию, можно говорить национальную промышленную компанию там, в той или иной сфере, или там, национальную компанию, которая бы занималась инновационным развитием, грубо говоря. Была бы ответственная. Я рассказал на уровне Беляевского района. Так. Но на самом деле эту модель можно масштабировать до национальных масштабов. Так вот, если бы не было у нас Министерства сельского хозяйства, Министерства промышленности, что получается? У нас агросфера, на самом деле, она, как вам сказать, она зашорена. То есть Министерство сельского хозяйства занимается только выращиванием сельхозпродукции. Министерство промышленности, там есть сектор, который занимается промышленностью для сельского хозяйства, удобрения, средств защиты растений и так далее. Но у них своя песня. Понимаете, и кто-то занимается химией, кто-то да. Но на самом деле никто не фокусируется на главном. Так вот, если мы говорим о продовольственном комплексе, о том, что у нас мощный, в Украине мощный потенциал, продовольственный потенциал, который мог бы
локомотивом вытащить эту страну из той бездны, в которой мы сегодня находимся, именно в продовольственной сфере. Так вот, создав такую продовольственную компанию, мы бы интегрировали туда бы все функции. И эта компания бы была заточена только на производство готовой продукции. Из плодовощной, плодовощного сырья, винограда, это и виноделие, это все. Понимаете? Тогда бы страна получила бы, ну, только от этого комплекса, ну, как я уже говорил, раз в 10 больше налогов, существенно подняв и развив, так скажем, эту сферу. Ну, это пример. То же самое. Але ви знаєте, шановні телеглядачі, от ті, хто слухав уважно, зрозуміли, що у нас досі ще в державі немає такої стратегії розвитку, руху вперед. У нас можновладці дивляться собі під ноги в кишені, тому вони не дивляться вперед. Якщо взяти, і я думаю, що такі, як пан Михайло, вони просуватимуть активно цю програму, і все ж таки здоровий глузд має перемогти, то держава зрушить. І, якщо мені дозволить, я хотів би як-то фіналізувати наш розговор слідуючим. У нас борються з корупцією. Мы возимся с созданием антикоррупционных комитетов, судов, у нас уже немереное число, и все занимаются коррупцией, от этого коррупция только наращивается. Только наращивается. Аксиома. Так вот, если вы создаете продовольственную компанию, я опять же возвращаюсь, в том же районе или даже в масштабах страны, мы объявляем. Я сейчас объясню, что с коррупцией надо вообще не бороться, а просто заниматься абсолютно другими подходами. Честными абсолютно подходом, другими экономическими подходами. Все очень просто. Значит, мы по открытому конкурсу нанимаем того менеджера, у которого хорошая репутация и хорошая история успехов. Ну, например, из Nestlé, из Cargill, из Finengrain, это Топфера. Это люди, которые поднимали те или иные компании. С нуля что вам сказать? Cargill, компания, в которой работает 20 тысяч человек, ну, грубо говоря, это по всему миру, валовый продукт, сегодня больше ВВП Украины в полтора раза. А в Украине 40 миллионов или там 45 миллионов человек. Это пример, поэтому корпоративный подход. Так вот, мы нанимаем людей, менеджера из этой команды, он собирает команду, он индикативно фиксирует то хозяйство, которое он принимает, столько-то произведено такой-то продукции, такой-то уровень зарплаты, такие-то налоговые поступления. И потом через год или там через два меняются индикаторы в лучшую сторону, и с ним подписывается контракт, он там имеет там 3, 5, 2% от улучшенных индикативных показателей, вы к нему ни на какой сивой кобыле не подъедете с откатами там, и так далее, потому что он заинтересован в росте. Да, он будет зарабатывать миллионы. Так, и его команда тоже, Украина будет зарабатывать миллиарды, а люди, работающие в этой системе, как в крупных корпорациях, будут зарабатывать тоже немалые деньги. Я уже не говорю о подъеме социальных стандартов. Про це у нас начебто знають, але нагадувати про це є сенс, тому що треба дослухатися до професіоналів, і я просто поздравляю вас тим, що ви все ж таки стали на той шлях, не опустили руки. Звичайно, я ж у вас величезний досвід життєвий, ви знаєте, що це. І принесли таку свіжий струмінь у те, що називається у нас розвитком і просуванням держави вперед. Поки що ми тупцюємо на місці. Якщо ми зможемо от з вами переконати наших можновладців і поставити їх на нормальні рейки, то дійсно все це просто. Просто. Не треба красти, а треба займатися дійсно науково обґрунтованими і цікавими проєктами. Спасибі вам, пане Михайло, спасибі. І удачі вам в вашій роботі. Теж. Ну, а ви не перемикайтесь, далі буде все ж таки сьогодні день української мови, і ми про це продовжимо за кілька хвилин.